Снизу забирает. Наше предприятие готовит такие виды машин только для самых хороших предприятий на рынке, да, потому что мы в состоянии сегодня представить наилучшее соотношение цена-качество. Это 100% итальянский продукт, который позволит производителю получить 100% максимальное качество для потребителя, да, молочной продукции. Любое молочное производство в мире сегодня использует гомогенизаторы высокого давления именно для получения лучшего продукта, то есть получения более гомогенного продукта, а значит более вкусного. Потребитель это ощущает и покупает ту продукцию, которая именно качество переработана. Не просто, как было раньше, в старые времена, а уже современные машины, современные технологии. Начиная с вашего завода, это был мой первый проект. Естественно, за 40 лет существования производителя в Украине около 30 машин, которые мы знаем, на различных других заводах в Украине. Так что со временем мы будем в любом заводе. Конечно, не так много. На любом заводе как минимум один гомогенизатор есть, но получается 2-3 и более. То есть в зависимости от объема производства и какую продукцию производит завод. Приятно осознавать, что в такое непростое время наше предприятие находит возможность приобрести новое современное оборудование. Запустив это оборудование, мы значительно улучшим качество такой технологической операции, как гомогенизация. Ну что это такое? Гомогенизатор – это аппарат высокого давления. По большому счету он помогает измельчить структурные составные части молока до микронного уровня заданных размеров. То есть, что это позволит нам иметь в конечном итоге? Это улучшается структура молока и молочных продуктов, увеличивается стабильность белковой и жировой фракции и, по большому счету, увеличивается срок хранения. Ну, и мы рады, я думаю, все работать на новом оборудовании. Это позволит нам действительно улучшить качество молочной продукции. Гомогенизатор был установлен в линию, все работы по пусконаладке были хорошо проведены, и сейчас машина запущена и производит уже конечный продукт. Гомогенизатор Бертоли вписывается во все существующие линии машин во всем мире. Как же в этом случае, на максимум было все работы проведены, и машина работает сейчас на продукте. Все сотрудники, которые участвовали в данном проекте, были высокого качества, высокой подготовки, и совместно были проделаны все работы для лучшего результата и запуска машины. Предприятие «Эколичпродукт» – динамично развивающееся предприятие. Техническое перевооружение у нас не останавливается, и мы всегда в творческом поиске, потому что развитие техническое дает нам снижение себестоимости. Наша главная задача, чтобы молочная продукция была по цене и по качеству доступна всем мариупольцам. И потому снижение себестоимости – это первостепенная задача. Потому что, к сожалению, молокопродукты превратились в роскошь для наших покупателей, для наших мариупольцев. Снижение потребления молока по сравнению с 1991 годом у нас снизилось в 20 раз. То есть мы стали получать меньше белковой пищи в рационе наших мариупольцев. Это недопустимо. И потому наша главная задача сейчас всего утроего коллектива, чтобы продукт молочный был доступен. Безопасность также нас интересует, и все необходимое у нас для этого есть. Передовое оборудование лучших производителей европейских представлено на молокозаводе. Мы постоянно развиваемся, техническое перевооружение, расширяем наш ассортимент, выпускаем новые виды продукции. Мы запланировали в новом 2016 году выпуск мягких сыров типа моцарелла. Техническое перевооружение нашего предприятия дает возможность создания новых рабочих мест. А новые рабочие места – это налоги, это стабильность нашего города, нашего государства. И потому наше предприятие развивается в сторону увеличения объемов производства выпускаемой продукции, расширением сбыта нашей продукции, созданием новых рабочих мест. Потому что цена зависит от объемов.
чем больше мы произведем, тем меньше себестоимость. Чем качественнее продукция, тем больше она востребована. И потому техническое перевооружение наше предприятие не останавливается ни на один день.